На 50% упали продажи загородной недвижимости в северо-западном регионе за 2 года, подсчитали эксперты. Объем сделок сейчас не превышает 5000 объектов в год. За первое полугодие в продажу вышло менее 30 новых загородных проектов, что на 40% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Причем особенно заметно снижение интереса на готовые загородные дома. Правда, за последние полгода аналитики заметили небольшое увеличение спроса на дешевые объекты, что позволяет говорить о стабилизации рынка. Увеличился спрос на таунхаусы и малоэтажную застройку. Это связано с тем, что люди стали покупать недвижимость для того, чтобы проживать за городом. Популярность жилья связана все-таки с ценой, потому что у нас стоимость квартиры за городом, она, ну, сильно ниже, чем аналогичная квартира в городских каких-то районах. Сейчас квартиры за городом в основном берут молодые люди, которые не заработали на городскую недвижимость, и пенсионеры, уставшие от суеты мегаполиса. Более обеспеченные граждане предпочитают приобретать земельные участки для строительства индивидуальных проектов.